Помнишь, как прошло было? Сегодня мы постояли на светофоре. Помнишь? Когда я снимал. Сегодня в лохотах качаем колесо. Сегодня качаем колесо. Меня там хоть видно на экране, Лёв? Ой, блядь. Или... Так мы колесо снимаем или тебя? А мы снимаем? Я думал, мы качаем. Вообще-то это мой велик. Вон, ну не качай. Ладно, идем еще других поищем, кому покачать. Сейчас мы едем на каботажный спуск. Паша вернулся из Чехии. Ты что, ты выебешься, я тебя буду снимать. Будешь рассказывать, как ты стал... 5 месяцев не богачом. Снимал. 6 месяцев не снимал. Короче. Руки аж трясутся. Короче, весь прикол, что на улице жара нереальная, а мы так вырядились сегодня, пипец. Бля, блядь. Вот что ты начинаешь? Нормально общались? Нормально ездил ты? Я тебе не говорил, как я качал колесо, короче. Внимаю эту херню. Вот эту вот сейчас покажу. У меня, короче, вот этот клапан тупо отрывает, он вылетает. Такой грохот, я обосрался, короче. Пиздец. А чего, давление большое было? Ну, понял, он у меня был погнутый, вот этот клапан, короче, покажи. Вот этот клапан был погнутый. Я, короче, когда вытаскивал, он вылетел, сломался. Тупо вот этот звук такой, пюм, по ушам. Короче, херено. Короче, вот наши кони. Кони-люди, вот пас. А, с бородкой. Поздоровайся. Хай-хай. Хай-хай, с вами Иван Ильич. Опасный маневр. О, сейчас я буду без тормозов ехать. Смотрите, как я умею. Блять, заебало, рот! Короче, реально, веловлог, я думаю, будет нормальный. Лучше, чем прошлый. Да и что, что рука трясется? Как бы-то камеру брать, чтобы звук был нормально записан. По старым местам ездим. Только начало марта, а мы уже рассекаем на великах. Футбол этих. Футбол. Смотри, как я могу. После этих слов обычно падает, ну ничего. Сейчас, короче, спустимся там. И продолжим. Смотри, реально, они не боятся. Смотри, не сюда плывут, не они. А ну дай палочки им, слышишь? Да идите, знаешь, куда, блин? Видите, смотри, в натуре они подплывают, не гони. Я так близко еще, сблизи никогда не ел. Смотри, они не боятся, нифига себе. Ветра нету, тупо охрененная погода. Вот и думал, блин. Март, начало марта. Смотрите, заманиваем жертв едой. Вот так же надо и девушек. Не заманивай. Смотри, смотри. Что она делает? Она ест. Ну хоть и смешишь. Прикольно. Пожалуйста, прекрати. Блядь, не надо. Наешь. Они не соленые, там немного соли, не переживай. Ой, не боясь. Блин, первый раз такой вижу, серьезно. Ну, мы их размачивать, наверное. Это и вообще пухлые. Ну, я за нас нужно. Давай еще дадим. А нет, мы им дадим сами пухлые. Я тебе, блядь, купил. Спасибо. Блин, давай как-то камеру поставлю, отойдем просто. В натуре, чем мы так сразу идем? Вроде удалось снять вот этих маленьких. Как их назвать? Только без матов. Кого? Как эти гусей двух назвать? Это утки. Короче, уток сняли нормально. Это обычные утки. Максимально близко. Мы их едой подменили. Вот это кайф. Короче, он не плавает. Не, ну прикольно, согласись. Тупо прикольно. Ну, я не ожидал, что они так подплывут. Вообще первый раз вижу, чтобы утки так близко к человеку подплывали. Видимо, они совсем отчаялись тут жить. Украине. Да, пришла. Паша, вот скажи мне одно, блин. Нафига ты в воду служи пил, а? Козленка. Мем вместо 1000 слов, блин.
Ты такой, блядь, странный, знаешь. Эволюционировал не в ту сторону. Деградировал. Как ты мне звонишь и тот? Типа, зачем ты таким стал? Типа, зачем я сижу, я ж деградирую. Короче, нормально. Алло, я на митинге, но ты мне сам позвонил. Все, давай. Летим сейчас в Яхлуб. Вот так вот. На улице реально тепло, а охеренная погода, тупо. Хорошо, что мы вышли, надо было еще раньше. Жалко, что людей мало. Так бы и было веселее. А так, увы, приходится так гонять. Людей тоже дохера. Киево стоит. И мы тут гасим. Паша достает бухло. Такой спрайт, да? Давай, давай. Сейчас стаканчик. Давай, Пашук. Опа. Короче, 24. Мужики пришли бухать. Что тут сказать? Опа. Так ты открывай крышку. Ты понял. А мы же как бы велосипедист. Давай, мы же велосипедист. Быдло велосипедист. Он дальше не расходится. А, все. Подожди. Ой, ключ взял. Подожди. Механик херов. Тац. Больше такой даун. Дай риску пожрать. Давай отламывать еще шоколад по скорлупе, да? Что ржуй? Покатушки продолжаются. Что ты там щелкаешь? Был небольшой перерыв с прошлого дня, так сказать. Тупо реально теплеет, уже так классно. Хочется все больше и больше кататься. Уже отчетки одел. О, малые идут атаковать нас. Подписчики бегут мои. Привет, подписчики! Что? Куда? Она в Яхлуб. Что, нормально? Короче, у нас решили менять поле, видать, или что это, я не знаю. Уже как 4 месяца, а мы сейчас только заметили. Да. Не, они недавно начали, я недавно был на треш. Круто. Очень круто. Видно. Нормально? Окно, в окно в Европу. Так, а ты прикалываешься? Бля, тут столько приколов на этом видео. Короче, поехали дальше. Тут и всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал.